Спасибо, Галя, спасибо, Соха. Ну и самое главное, спасибо всем тем, кто этот праздник сделал. Сделал прямо, сделал косвенно. Кто выходил на поле, кто болел искренне, кто переживал, кто завидовал. В общем, спасибо всем тем, кто про нас знает. Любит, не любит, это уже вопрос второй, это вопрос, наверное, времени. Я уверен, что скоро не найдется людей, которые это зрелище не полюбят. Лике скоро будет год. Наверное, мы его также вместе, эту годовщину, отпразднуем. С одной стороны, это уже большой срок, с другой стороны, это еще подростковый возраст. Сейчас у нас 14 команд, 296 футболисток и, ну, на очереди еще 7 команд, которые мы сейчас проверяем, мы их лицензируем. Скоро мы начнем весенний летний кубок, и я на самом деле, вот смотря сюда, не просто получаю эстетическое удовольствие, а горжусь. Я горжусь Россией, я горжусь женщинами России, я горжусь теми людьми, которые действительно вкладывают силы, здоровый образ жизни. Потому что без этого, я думаю, не будет ни России, ни детей, ни потомства. Но я не буду читать лекцию, я хочу сказать спасибо всем гостям, кто сегодня здесь. Многие выйдут на сцену, у кого-то получилось выйти за подарком, у кого-то за шампанским, у кого-то просто получится выйти сфотографироваться. Но хочу сказать огромное человеческое спасибо. У нас сегодня несколько поводов. Галя, расскажи, что у нас сегодня будет происходить. Галина Досейкина, потом я ее отдельно представлю. У нас сегодня будет награждение, говорит Галина, финалиста Кубка. Вручим медали. Награждение. Призовых мест, кто занял третье, второе и первое место в нашей футбольной лиге. А потом мы презентуем новые команды и попросим капитанов команд лиги выйти на сцену и что-то умное сказать, если не закончится наливаться на барной стойке. Ну, я думаю, что наливать будут, они еще интереснее скажут и даже, наверное, спалят. Я хотел бы пригласить на эту сцену для вручения бронзовых медалей, ну, это даже торжественное слово, Никита Высоцкий, под вашим уровнем.